нечего. А ты пойдем, поиграть со мной в футбол. Да, не поиграть с Коржиком в футбол, тогда раз тебе заняться нечем. Нет, я хочу чем-нибудь заняться поэтическим, размышлением. Размышлением? Да, размышлением. А каким размышлением ты хочешь заняться? Ну, к примеру, вот вы никогда не задумывались, кем бы вы мечтали стать? Все маленькие дети думают, что они хотят быть космонавтами. А ты никогда не задумывался о глобальном? Я нет. Давайте помечтаем. А давайте. Давайте. Вот Коржик, кем бы ты хотел стать? Я бы хотел стать космонавтом. Ты опять за старое. Да, я хотел бы быть космонавтом. Представьте себе, вот смотрите. К полету готов. Вот это да! Жалко, карамельки с компотом здесь нет. Вот это красотища-то какая! Я бы хотел быть дегустатором вкусняшек всяких, пирожных, мороженых, кексиков, шоколадок, кремовых начинок и много-много другого сладостей, вот. Так иди к папе устроиться на работу, у него там сладостей много. Да, иди к папе, может он тебя угостит, может ты проголодался и думать не можешь. Нет, я могу думать, я хотел бы правда быть дегустатором, вот представьте себе. Какая здесь красота! Столько сладостей! Еще! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Какая вкуснотища! Жалко, карамельки с Коржиком тут нет, они бы тоже полакомились! Еще! 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 Ой, какая вкуснотища! Вообще слов нет! А все здорово! Ну как вам? Нет, вообще здорово, правда! Я бы тоже хотел. Да, зато ты всегда сытый. Зато ты распухнешь, как не знаю кто. Поросенок, пухленький. А я и так пухленький, мне не страшно, да. А ты, Коржик, чем мечтаешь? Я мечтаю быть всегда маленькой. Такой маленькой, как сейчас. Чтобы за мной ухаживали, и когда и кормили, и вообще катали на шейке. Вот представьте себе. Доченька, ну ты чего? Ну залезла куда на шейку ко мне? Папочка, ну я же маленькая. Маленькая. Ну что, на какие качели ты еще хочешь? Или на карусель? Или куда ты еще хочешь? Я хочу сладкую ваду. Пойдем, я тебя угощу, ты же маленькая моя принцесска. Пойдем, бабочка, сладкую ваду погрызем. Да, всем нравится быть маленькой. Да, прикольно. Я что-то об этом даже и не подумал. Да, а ты, карамелька, умненькая у нас. Ну что ж вы хотели, я же девочка. Ну как, вам понравилось, да? Не подумали об этом? Да, что-то прям вообще. Я что-то прям вообще не подумал, да. Так ведь и правда, все твои шалости выполняют. Кормят тебя. Да, и все. Аттракционы это вообще, конечно, классно, да. Да, вот-вот. Вот и задумайтесь, мальчики. Сначала подумайте, а потом предлагайте. Ну и ладно, я пошел играть в футбол. А я пойду поем что-нибудь. Да, а ты, карамелька, что будешь делать? А я помечтаю. Давайте наш любимый. Давайте. Всем пока, друзья. Да, всем пока. Пока, мальчики и девочки. Мечтайте больше. Да.